После двух недель теплой почти летней погоды в Румынию вернулась зима. В Харгите, в центре страны, выпал снег. Еще в начале недели температура воздуха там была выше 20 градусов, а к четвергу она упала до минус 2. В Араде и Тимишуаре, что на западе, из-за нагрянувших холодов пришлось включить центральное отопление. Дороги в ряде регионов засыпаны снегом, в ход пустили снегоуборочную технику. На юге, в том числе в столице Бухаресте, объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, скорость которого, как ожидается, достигнет 70 метров в секунду.